Приветствую вас, уважаемые изучающие, в последнем 30-м уроке из этого пакета уроков SoundSmart по-красному Murphy Essential Grammar and Use. Данный урок посвящен изучению еще одного модального глагола, точнее, прошедшей в основном формы модального глагола may, который используется в прошедшем времени как may. Как и любой модальный глагол, глагол may передает отношение говорящего, всегда есть говорящий в любом предложении, к тому действию, которое следует, то есть глаголу, которое следует за модальным глаголом, и отражает либо вероятность, либо физическую возможность, либо необходимость, либо обязательность действия, которое этот глагол описывает. Глагол may передает некую неуверенность в будущем со стороны говорящего. Давайте посмотрим на примеры. На первой картинке женщина спрашивает мужчину: Where are you going for your holidays? Куда вы отправляетесь на праздники или в отпуск? Тот отвечает: I'm not sure. Я не уверен. Потом говорит: I might go to New York. Может, я поеду в Нью-Йорк. Видите, он не уверен, поэтому он использует глагол may в прошедшей форме для будущего, чтобы добавить, если бы да кабы, в лесу выросли грибы, какую-то неуверенность. То есть он не уверен. He's not sure. I might go to New York. Давайте прочитаем. Where are you going for your holidays? Видите, она спрашивает в present continuous, то есть она предполагает, что он точно уже знает, куда он едет. Правильно? Она знает точно, что он едет в отпуск. И просто спрашивает, куда он едет. Он не уверен, он говорит, I'm not sure. Поэтому говорит, I might go to New York. Но может быть, он думает себе, я поеду еще куда-нибудь. В конце концов, у меня такой выбор. Читаем. Where are you going for your holidays? I'm not sure. I might go to New York. Что означает? It is possible, это есть возможно, that he will go to New York. Что он решит поехать в Нью-Йорк, да? Что он поедет в Нью-Йорк. Что воля небес или его воля воплотится в его поездке в Нью-Йорк. На картинке справа. It might rain. Возможно, пойдет дождь. Видите, облака не полностью закрыли черное небо. То ли пойдет дождь, то ли не пойдет. Возможно, пойдет дождь. It might rain. It is possible. Это есть возможно, that it will rain. Что оно соизволит дождить. Ну, может, нет. Всего лишь might. Понятен смысл модального глагола might? То есть прошлой формы глагола may в будущем. Ну, в таблице описывается типичная структура предложения с этим модальным глаголом. И с его отрицанием. I might not play football this evening. Я, может, и не буду играть в футбол. И так далее. Типичная структура. Я думаю, вы уже с ней хорошо знакомы. Модальный глагол. За ним идет глагол действия. Основной глагол без частицы to. И вместе в связке передается отношение говорящего к этому глаголу. Основному действию. Давайте посмотрим на секцию B. I might означает It is possible that I will. Возможно, что я что-то там сделаю, что я решу что-то сделать. Читаем примеры. I might go to the cinema this evening. Что означает? It is possible that I will go. Может, я пойду в кино этим вечером. А может, не пойду. Читаем. I might go to the cinema this evening. Еще раз. I might go to the cinema this evening. Дальше диалог. A спрашивает. When is Barbara going to phone you? То есть, когда она собирается позвонить вам? Когда Барбара собирается позвонить вам? B отвечает. I don't know. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. She might phone this afternoon. Может, она позвонит сегодня после обеда. This, этот, after, после, noon, полдень. В этот, после, полдень, afternoon, после обеда. Читаем. When is Barbara going to phone you? I don't know.
She might phone this afternoon. Еще разок. When is Barbara going to phone you? I don't know. She might phone this afternoon. И заметьте, в Америке, в Канаде мы говорим не phone, не телефонировать, а звать, звонить. Call. Call. Звать. То есть в Америке, в Канаде этот бы диалог звучал как When is Barbara gonna call you? Going to меняется, когда идет глагол после него. В данном случае phone. Call. То есть When is Barbara gonna call you? I don't know. She might call this afternoon. Понятно? Так, следующий пример. Take an umbrella with you. It might rain. Возьмите umbrella, зонтик with you, с вами. It might rain. Может пойти дождь в будущем. Ну, мы используем глагол, модальный глагол may в прошлой форме, might, чтобы добавить вот эту вот неуверенность в будущем, вероятности этой будущего, да, насколько он случится или нет. Читаем. Take an umbrella with you. It might rain. Еще раз. Take an umbrella with you. It might rain. Следующий пример. Buy a lottery ticket. You might be lucky. Купите лотерейный тикет, билет. Может, вы окажетесь lucky. Luck – это счастье, удача. Lucky – счастливым. Может, вам повезет. Читаем. Buy a lottery ticket. You might be lucky. Еще раз. Buy a lottery ticket. You might be lucky. Видите, что означает equals, равно equals. Perhaps, или perhaps, you will be lucky. Возможно, perhaps you will be, вы будете. На то есть воля небес, что вы будете удачливым, lucky. Понятно? Следующий пример. Are you going out tonight? I might. Видите? Вы собираетесь пойти гулять сегодня вечером? Возможно, I might. Я вполне мог бы. Но не знаю, не уверен. I might. Может быть, что-нибудь другое сделаю. I might. Читаем. I'm going out tonight. I might. Еще разок. I'm going out tonight. I might. Эй, следующее. Study the difference. Изучите разницу. Difference. Разница. Study the difference. Изучите отличие. I'm playing tennis tomorrow. Все, точно. Sure, уверенно, да? Я завтра играю в теннис. Present continuous для будущего. Стопроцентная организация всего и вся. Выделено время, договорился с кем, где и когда. I'm playing tennis tomorrow. А с другой стороны, I might play tennis tomorrow. Здесь всего лишь возможно буду играть. Читаем. I'm playing tennis tomorrow. I might play tennis tomorrow. Еще раз. I'm playing tennis tomorrow. I might play tennis tomorrow. И следующий пример. Barbara is going to call later. Barbara might call later. Я заменил слово phone, телефонировать на call, как в Америке. Мне так привычней. Итак, в первом предложении sure, а во втором лишь possible. Sure значит 100%, уверенность. Barbara is going to call, да? Barbara's gonna call later. Барбара точно позвонит попозже. А если мы в этом не уверены, то мы говорим Barbara might call later. Барбара, возможно, позвонит позже. Читаем. Barbara's gonna call later. Barbara might call later. Еще раз. Barbara's gonna call later. Barbara might call later. Секция C. The negative is might not. Ну, как и в любом модальном глаголе, мы должны добавить not для того, чтобы сделать смысл отрицательным, противоположным. Например, I might not go to work tomorrow. Might not.
go to work tomorrow. Я, может, и не пойду завтра на работу. Читаем. I might not go to work tomorrow. Еще раз. I might not go to work tomorrow. Следующий пример. Sue might not come to the party. Что означает? It is possible that she will not come. Есть такая возможность, оно есть возможность, что она не придет. Читаем. Sue might not come to the party. Еще раз. Sue might not come to the party. Может так случиться, что Sue не придет. Ну, и секция D, глагол may, основная форма. Знаете, в принципе, вы можете также использовать may вместо might. Разница небольшая. Но она есть. Немножко оттенок в might такой менее достоверный, чем в may. May тоже может быть. Да? Вот понимаете, вот тот случай, когда разница между будущей формой и прошедшей формой модального глагола may очень незначительна. Ну, слабый оттенок добавляется might, то, что это немножко менее вероятно. Здесь об этом говорится. You can use may in the same way. Вы можете использовать may in the same way, в том же самом пути. То есть тем же способом. То есть I may равно I might. И примеры. I may go to the cinema this evening. Читаем. I may go to the cinema this evening. Еще раз. I may go to the cinema this evening. Следующий пример. Sue may not come to the party. Еще раз. Sue may not come to the party. Ну и вопросы. Вставляйте вперед. May I? То есть означает, можно ли мне? Is it okay? В принципе, это означает то же самое can I. May I – это типа разрешительная возможность, а can I – физическая возможность. Ну, в разговорной речи это означает то же самое. То есть вы можете смело спрашивать разрешение. May I ask a question? Можно мне задать вопрос? Или can I ask a question? Некоторые люди вам будут говорить, ну, знаете, лучше говорить, правильно говорить may. Такие, знаете, грамматические нации, как их называют. Потому что, ну, почему вы спрашиваете о физической возможности этого? Физическая возможность у вас есть. Вам нужно спросить разрешение, may. Может или не может случиться. Но язык не подчиняется логике, поэтому в такого рода ситуациях may – это can. May I ask a question? Can I ask a question? Прочитайте. Еще раз. May I ask a question? Can I ask a question? Ну и последний пример. May I sit here? Yes, of course. Можно я здесь буду сидеть? Да, конечно. May I sit here? Yes, of course. Читаем. May I sit here? Yes, of course. Еще раз. May I sit here? Yes, of course. Ну все, переходите к упражнениям. Упражнение 31. Write sentences with might. Напишите предложение, sentences, с might. Первый пример. It's possible that I will go to the cinema. Возможно, оно есть возможно, что я пойду в кино. To the movies в Америке, в Канаде. Ну и это выражается с помощью глагола might. I might go to the cinema. Читаем. I might go to the cinema. Еще раз. I might go to the cinema. Второй пример. It's possible that I'll see you tomorrow. Возможно, я увижу вас завтра. Соответственно, I might see you tomorrow. Читаем. I might see you tomorrow. Еще раз. I might see you tomorrow. Третий пример. It's possible that Anne will forget to call. To phone, to call. Это есть возможно, что Anne забудет позвонить. Соответственно, Anne might forget to call. Читаем. Anne might forget to call.
Еще раз. And might forget to call. Четвертое. It's possible that it will snow today. Возможно, сегодня будет снежить. То есть, возможно, сегодня пойдет снег. Соответственно. It might snow today. Еще раз. It might snow today. Молодец. Пятый пример. It's possible that I'll be late tonight. Возможно, что я опоздаю сегодня вечером. Tonight. Соответственно. I might be late tonight. Читаем. I might be late tonight. Еще раз. I might be late tonight. Ну и следующие два примера. Write sentences with might not. Напишите предложение с might not, что означает отрицание. Might. Не, возможно. It's possible that Mary will not be here. Соответственно. Mary may not be here. Читаем. Mary may not be here. Еще раз. Mary may not be here. Седьмое. It's possible that I won't have time to meet you. Есть возможность, что у меня не будет. I will not have time. У меня не будет времени. Что сделать? To meet you. Встретиться. Встретить вас. Встретиться с вами. Соответственно. I might not have time to meet you. To meet you. Meet you. Meet you. Читаем. I might not have time to meet you. Еще раз. I might not have time to meet you. Может так получиться, что у меня не будет времени встретиться с вами. Окей. Упражнение 32. Somebody is asking you about your plans. Somebody is asking you about your plans. Кто-то спрашивает вас в данный момент о чем? О, about your, ваши plans, ваших планы. You have some ideas, but you're not sure. У вас есть некоторые some ideas, некоторые идеи, but you are not sure. Но вы не есть уверены. Choose from the list. Выберите из списка, list, список, and write sentences with I might. И напишите предложение с I might. Первый глагол – fish – ловить рыбу. Go away – уходить. Italy – Талия. Monday – понедельник. New car – новая машина. Taxi – такси. И первый пример. Where are you going for your holidays? Куда вы собираетесь на ваш отпуск? I'm not sure. Might go to Italy. Я не уверен. Может, я поеду в Италию? Читаем. Where are you going for your holidays? Not sure. I might go to Italy. Еще раз. Where are you going for your vacation? I'm not sure. I might go to Italy. Ну, я заменил vacation, отпуск, как говорят про отпуск в Северной Америке. Второй пример. What you doing on the weekend? I don't know. I might go away, скажем так. Что вы делаете в этот ближайший выходной? Я не знаю. Может, я куда-нибудь поеду далеко, да, куда-нибудь уеду. What are you doing on the weekend? Мы считаем в Америке. Не at the weekend, а on the weekend. Тот отвечает, I don't know. I might go away. Может, я куда уеду. Я мог бы и уехать. Читаем. What you doing on the weekend? I don't know. I might go away. Еще раз, пожалуйста. What you doing on the weekend? I don't know. I might go away. Третье. When will you see Anne again? Когда вы увидитесь с Anne снова? Да, когда вы примете вот решение небесное свое увидеть Anne опять? Ответ. I'm not sure. Я не уверен. Ну, подходит понедельник. I might see Anne on Monday. Может, я увижу Anne в понедельник. Читаем. When will you see Anne again?
I'm not sure. I might see Ann on Monday. Еще раз. When will you see Ann again? I'm not sure. I might see Ann on Monday. Четвертое. What are you gonna have for dinner? Что вы будете иметь для ужина? I don't know. Я не знаю. То есть не рыбалка там была, а рыба. Fish. Да, значит. I might have fish. Может, я съем рыбу. Может, я буду иметь рыбу. Так. What are you going to have? Мы заменяем what are you, whatcha, going to have. Видите, going to, а потом идет глагол, заменяем на gonna have, как в устной речи. Получается, what you gonna have for dinner? I don't know, I might have fish. Читаем. What you gonna have for dinner? I don't know, I might have fish. Еще раз. What you gonna have for dinner? I don't know, I might have fish. Пятое. How are you going to get home tonight? Как вы собираетесь добраться до дому сегодня? Not sure. Значит, вряд ли он сказал в новой машине, скорее всего, такси. Новая машина, это как звучит немножко так, что выпендривается. Типа, о, я купил, сейчас поеду везде в своей новой машине. Поэтому такси подходит. Значит, I'm not sure, I might go by taxi. Читаем. How are you gonna get home tonight? I'm not sure, I might go by taxi. Окей, спасибо. Шестой пример. I hear you want some money. Знаете, если дословно, я слышу, вы выиграли, win one, в прошедшем времени, какие-то деньги. What are you gonna do with it? Что ты собираетесь делать с этим? Вот это вот I hear you что-то там сделал. Не I heard, не в прошлом времени я слышал, да, I hear, если вы используете будущую форму, да, hear, я слышу, что вы выражаете неуверенность. Если вы скажете I heard you want some money, значит, вы 100% слышали, больше уверенности. А если I hear, я слышу, да, это означает, не очень уверен в том, что я слышу, но я типа слышал, что you won, выиграли some money, какие-то деньги. Что вы собираетесь сделать с ними? Но он отвечает, haven't decided yet. Decided yet, да? Я еще не решил. Соответственно, здесь подходит новая машина. I might buy a new car. Может, я куплю новую машину. Читаем все вместе. I hear you want some money. What you gonna do with it? I haven't decided yet. I might buy a new car. Еще разок. I hear you want some money. What you gonna do with that? I haven't decided yet. I might buy a new car. Okay, упражнение 33. You ask Bill questions about his plans. Вы спрашиваете Билла вопросы о его планах. Sometimes he's sure. Иногда он уверен. But usually, но обычно, he's not sure. Но обычно он не уверен. Соответственно, вот идет такой диалог. Билл отвечает. In the left box, в левом ящике у нас вопросы с 1 по 8, а в правом его ответы. Читаем. Are you playing tennis tomorrow? Yes, in the afternoon. Ты играешь в теннис завтра? Да, после обеда. Читаем. Are you playing tennis tomorrow? Yes, in the afternoon. Еще раз. Are you playing tennis tomorrow? Yes, in the afternoon. Второе. Are you going out this evening? Possibly. Ты идешь гулять сегодня вечером? Возможно. Читаем. Are you going out in the evening? Possibly. Еще раз. Are you going out in the evening? Possibly. Третье. Are you gonna get up early? Perhaps. Ты собираешься встать? Get up
Рано, early, возможно. То же самое. Possibly, perhaps. Переводится одинаково. Читаем. Are you gonna get up early? Perhaps. Еще раз. Are you gonna get up early? Perhaps. Четвертое. Are you working tomorrow? Завтра работаешь? No, I'm not. Нет. Я не. Какой вопрос, такой ответ. Are you working? No, I'm not working. А здесь короткая форма. I'm not. Нет, я не работаю завтра. Ты завтра работаешь? Точно, 100%. Видите, present simple, только в вопросе. Are you working tomorrow? 100% ответ дай мне сейчас. No, I'm not. И дает 100%. Он точно знает, что не работает. Читаем. Are you working tomorrow? No, I'm not. Еще раз. Are you working tomorrow? No, I'm not. Пятое. Will you be at home tomorrow morning? Maybe. Так, прими решение. Ты будешь дома завтра утром? Morning. Утром. Maybe. Может быть. Maybe тоже. Еще одна форма. Maybe. Может быть. Вот видите, как соединено два слова. Maybe. Только в одно слово. Устоявшееся сочетание. Maybe. Читаем. Will you be at home tomorrow morning? Maybe. Еще разок. Will you be at home tomorrow morning? Maybe. Шестое. Are you gonna watch television? I might. Собираешься смотреть телевизор? To watch television. Going to я меняю на gonna, потому что идет watch, глагол после него. Going to do something означает gonna do something. Вкусная речь. I might. Может быть. Я мог бы. Может быть. Читаем. Are you gonna watch television? I might. Еще раз. Are you gonna watch television? I might. Седьмое. Are you going out in the afternoon? Yes, I am. Ты идешь гулять после обеда? Да. 100%. Да. I am. Какой вопрос, такой ответ. Are you going out? Точно, да, он хочет точные планы знать. Yes, I am. Точно отвечает. Он уверен. I am. 100%. 100%. Читаем. Are you going out in the afternoon? Yes, I am. Еще раз. Are you going out in the afternoon? Yes, I am. Да, и не стесняйтесь кривляться, передавая интонацию. Я вам стараюсь тут это все передать как можно театральней. Как правило. Восьмой пример. Are you going shopping? Perhaps. Вы собираетесь заняться покупками? Возможно. Читаем. Are you going shopping? Perhaps. Еще раз. Are you going shopping? Perhaps. Так. А теперь задание. Now write about Bill. А теперь напишите о Билле. Use might where necessary. Используйте might where necessary. Где необходимо. Necessary. Необходимость. Necessary. Ну и, соответственно, пример первый. He's playing tennis tomorrow afternoon. Почему? Потому что он отвечает yes in the afternoon. Да, 100%. Все вопросы видели. Are you, кроме одного. Will you be? Да. Где ему там предложили, пятое, где ему предложили принять решение о том, что он будет завтра делать утром. Поэтому читаем. Первое. He's playing tennis tomorrow afternoon. Еще раз. He's playing tennis tomorrow afternoon. Второй пример. He might go out this evening. Он, может, пойдет гулять этим вечером. Читаем еще раз. He might go out this evening. Так, третье. Are you going to get up early? Perhaps. Возможно. Знаешь, отвечает возможно, значит, нужно использовать might. И что он собирается делать? Going to get up early. Он, возможно ли, что он встанет рано? Поэтому. He might get up early. Возможно, он встанет рано. Читаем. He might get up early. Еще раз. He might get up early. Так, четвертое. 100% ответ, 100% уверенность, но I'm not, к вопросу Are you working tomorrow? Вы работаете завтра.
Соответственно, здесь нужно сказать «He's not working tomorrow». Он не работает завтра. 100% точный ответ. Уверенный ответ в будущем. Читаем. «He's not working tomorrow». Еще раз. «He's not working tomorrow». Так, пятый ответ. «Maybe» — это возможно. Соответственно, относительно завтрашнего утра. Будет ли он утром дома? Поэтому «He might be at home tomorrow morning». Он может, может он будет завтра дома с утра. Читаем. «He might be at home tomorrow morning». Еще раз. «He might be at home tomorrow morning». Шестое. «I might». Ну, тут уже сам ответ дан, что нужно «might» использовать. Вероятности никакой. К вопросу «I'm going to watch television». «I'm going to watch television». Собираетесь смотреть телевизор? Соответственно. «He might watch TV». Читаем. «He might watch TV». Еще раз. «He might watch TV». Седьмое. «Yes, I am». 100% уверенный ответ по поводу «going out», по поводу прогулки «in the afternoon». Соответственно. «He's going out in the afternoon». Еще раз. «He's going out in the afternoon». Восьмой ответ. «Perhaps», «perhaps», неуверенный, «perhaps» или «perhaps», неуверенный. «I'm going shopping», значит, «he might go shopping». Читаем. «He might go shopping». Еще раз. «He might go shopping». Ну и упражнение 34. «Write three things that you might do tomorrow». Напишите три вещи, three things, которые that you might do tomorrow, которую вы, возможно, сделаете завтра. Ну, поэтому I might go to the movies, например, я, может, я пойду завтра в кино и так далее. Эти три предложения я вам предлагаю написать самостоятельно. Начинайте предложение с I might, дальше вставляйте глагол, допустим, там go, read, cook или что хотите, и дальше все дополнительные слова, описывающие этот глагол. И вставляете там tomorrow в конце. Или tomorrow, запятая, I might. И то же самое, тогда без tomorrow в конце. Надеюсь, вы справитесь с этим. Итак, это конец этого урока и этого пакета. Спасибо вам большое. Если вам нравятся эти уроки, которые, я считаю, вполне заменяют репетитора во многом, ну и на 100%, ну, скажем так, на 80% точно, является очень экономичным способом заниматься английским языком, не теряя там, допустим, произношения, некой интерактивности, то, что здесь вы мне можете задавать вопросы, вы можете пройти эти уроки еще раз. Соответственно, так сказать, я ценю эти уроки. Мне кажется, что это очень такой недорогой и хороший, эффективный по деньгам и занятиям вариант. Если вам понравился этот очередной пакет, третий по уроку Мерфи, то рекомендуйте и покупайте четвертый и так далее. Чем больше вы будете покупать этих курсов, чем больше у меня будет учеников, тем, соответственно, у меня будет больше мотивации, как можно быстрее их доделать. У меня занимает порядка 12 часов создание вот такого вот урока. Ну, спасибо вам большое, от души спасибо за то, что прошли этот пакет. Пожалуйста, рекомендуйте мои уроки другим ученикам, если вы считаете, только если вы считаете, что они им могут помочь. И да, оставляйте, пожалуйста, отзывы. Всего вам хорошего и до следующих уроков. Sound smart. Be sound smart. A, I, E, U, O, R, R. Vowel sounds.